Откровение, 5 глава, 5-6 стих. Я хочу, чтобы мы кое-что увидели здесь. И один из старцев сказал мне: не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печатей ее. Шестой стих. И я взглянул, и вот посреди престола 4 животных и посреди старцев стоял Агнец, стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, то 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полных фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил их Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. И сделал их царями и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле. Закройте глаза, поднимите руки. Вам нужен Дух Святой сейчас, как никогда, чтобы войти в это помазание, которое оно пришло.
Сначала речь шла о льве. Лев из колена Иудина. Это Христос. И потом говорит, я посмотрел и увидел там на небесах посреди животных на престоле увидел агнца. Христос – лев, который победил всю вражескую силу, как лев для всех врагов. И он агнец перед престолом и для нас. Нам надо увидеть, нам надо сочетать, нам надо принимать этот дух льва, дух смелости и дух кротости, дух смирения внутри себя. Чтобы мы могли побеждать, чтобы мы могли видеть престол. Чтобы оказаться у престола. Для своих, как агнец. Для вражеской силы, как лев. И все поклонялись агнцу. Агнцу. Вот что ценится на небесах. Вот что ценно в очах Господа. Мы славим Тебя, агнец. Мы поклоняемся Тебе, агнец. Заклани за нас. Для каждого человека, для каждого языка, для каждого народа, чтобы сделать нас царями и священниками, чтобы мы могли царствовать на земле. Высвободи это помазание в каждую судьбу. Ora magido locolo la famba cosolo baha. Я поклоняюсь тебе, который искупил агнец, искупил тебя. Ты не обязан быть пленником. Ты не обязан. Не обязан. У тебя есть право на свободу. У тебя есть право на победу. У тебя есть право на царственное священство. У тебя есть право молиться. У тебя есть право поклоняться. У тебя есть право от Бога в этот вечер. Совершите это духовное. Духовное. Мощное. Поклонение. Перед престолом. Ты можешь из-за агнца во мгновение оказаться у престола. Give it a cupo. Rebecca Super. Слава тебе, Агнец. Слава тебе, Христос.
Слава тебе, Агнец Божий! Аллилуйя! Слава тебе за твое искупление! Слава тебе за то, что ты заклан, за благовещность! Аллилуйя! Раскрывай эти судьбы, сними эти печати во имя Иисуса. Сними эти печати с каждого человека, с каждой церкви, с каждого города, с каждой страны. Твои печати, твоя судьба от Бога для России, для Благовещенска. Для церкви новое поколение. Аллилуйя! Достойный, святый, аминь. Кура на Бога Шамба, Репа Гасоко, Кира Багершая.